И вот я уже подхожу к своему автобусу, куда готовится выезжать на маршрут Серпов-Лаптары. Открываем, садимся. А именно из-за этого автобуса, в этот автобус врезался Виктор Цой. Эх, ох, воспоминания. Так, я уже еду по своему маршруту. Ветер немножко успокоился. Уже это там вдали, или у меня галлюцинации? Тормози! Ай, как голова болит. Где я? Мой автобус, я что, врезался? Стоп. Я что-то припоминаю. Лес. Я, кажется, сюда ехал по маршруту. Серпов забыл. Что это там? Не понял. Я что, столкнулся с этой машиной? Знакомая персона. Виктор Цой? Блин. Я что, спал? В смысле, сколько времени? Стоп. Судя по часам, я поспал всего лишь 5 минут. Так, нужно быстро выезжать на маршрут. Слава богу, вовремя проснулся. Ох уж эти воспоминания. Какой кошмар мне приснился. конечно же. Нужно меньше пить. О, мой коллега, посигналю-ка я ему. Странно, что он меня не посигналил. Не заметил, что ли? Мы всегда вроде бы сигналили друг другу. Эх, а у меня еще впереди целый рабочий день. А я уже как-то устал. Не выспался. Бессонница была у меня сегодня ночью. Да уж. Ох, знаете ли, мне как-то Цоя захотелось послушать. Включу-ка я сейчас по радио его песню старую. Перемен. О, ностальгия. Помню-ка я свою молодость, да уж.